Так и назовем паркованных фигур от первого лица. Итак, всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем рубрику «Донецк от первого лица». И сегодня мы пройдемся вместе с вами в паркованных фигур. Сейчас я на улице Университетской. Прохожу недостроенную гостиницу «Дружба». По правую сторону у меня кинопалац «Звездочка». Сегодня у нас, ребятки, ветрено. Но ничего. Пойдем поснимаем вам, как выглядит парк кованых фигур в мае 2019 года. Находится он между проспектом Ватутиным и проспектом Мира. Вот. Как-то так. Сейчас зайдем в сам центральный парк. Посмотрим. Может, добавились какие-то новые скульптуры. Городу миллиона роз. Шар у нас такой, футбольный мячик. О, крутится еще. Ну, короче, ребятки, есть что посмотреть здесь. Так, по чуть-чуть, от Кевра 2012. Остались здесь скульптуры. Здесь у нас иконы, ну, закрыто. Здесь многие фотографируются, у кого свадьбы в этом. В этой беседке. Здесь лавочка и козак. Качеля. Вот такое. А нет, я думал, что она качается. Но это, наверное, нереально с таким весом. Пшеница. Короче, ребятки, интересно здесь посмотреть все. Жемчужина. Это я даже не знаю, что. Это шахтерская каска и канагонка. Скорее всего, что памятник шахтерам. Это тоже непонятно. Здесь мостик тоже фотографируется. Так и назовем паркованных фигур от первого лица. Здесь у нас карта Европы. Донецк. Непонятно, что за название. Лавочка с
кстати, ребятки, каштаны зацвели уже. И сыпятся уже с них лепестки. Давайте еще пройдемся под аркой. Видите, подряд арки идут. Здесь коммунальщики что-то делают. Горсвет. А, скорее всего, что со светом модернизацию будут проводить. Ну вот как-то так, друзья. Вот еще кузнец стоит. 2013 год, Гефест. Давайте пройдемся в эту сторону. Любимому городу 140 лет. Адмир Челучевску, подарок городу Донецку. Ну, друзья, тут комментировать нечего. Так, пробегусь, вам покажу. Тут еще дело в том, что не знаешь, где какая скульптура. А называть ее тому, чем не соответствует, как-то некрасиво будет. Вот так. Можно даже без слов пройтись, показать вам. Лук со стрелой. Так, давайте еще пройдемся сюда, до башен. Еще чуть-чуть бы ее наклонить. Мельница. Ну и в Донецке Париж у нас присутствует. Так, сейчас мы еще к Подкове пройдемся. Ну, красиво. Ее еще, наверное, покрасят, кладу приведут. Еще лучше будет. Иди, скажи, сюда. Это у нас яблочки. Ну, короче, ребятки, здесь, я думаю, с детьми минут 40, час можно провести время спокойно.
посмотреть на эти красоты. Представьте, это сколько труда нужно сделать, даже согнуть вот эту вот штучку, покрасить ее, сделать все. Это колоссальный труд произведен. Или вот такую вот сову сделать прекрасную. Да, есть умельцы, талантливые люди. Так, еще, ребятки, мы пройдемся на ту сторону. Там я еще вам не показывал. А так, в принципе, я вам уже практически все показал. Козак. Это у нас. Брось пятачок пожелания. Носик погладь, чтоб сбылись они. Пожелание шепни. Исполняю желание. Все, погладил. Чтоб 300 тысяч просмотров этот ролик набрал. Так, ребятки, здесь у нас святому великомученику Георгию Победоносу. Как-то так выглядит. Этот памятник. Так, давайте еще в эту сторону пройдемся. Здесь я вам еще ничего не показывал. Все, я пошла. Ты пойдешь за салон? Это кузнец злой, наверное, когда у него что-то не получается. Короче, тут одни страшилки. Ну какой красавчик. Дровосек. Баба-яга на метле. С одним золотым зубом. Или серебряным. Русалка ждет своего принца. Кобра. Здесь кто-то из клетки вырваться желает. Так, ну это у нас называется «Догадайся сам, что задумал кузнец». Ну это часы, только непонятно, что здесь 12, там 6. Может быть, я не с той стороны смотрю. А нет, здесь совсем не часы. Здесь какая-то на этой стороне мистика. Такие интересные какие-то скульптуры. Так, ребятки, мы теперь на этой стороне уже
здесь. Скорее всего, что недавно они тоже были добавлены, потому что эту сторону раньше окружали только деревья. Вот и кормите, вот кормите, я буду фотографировать, хорошо? Ну, давай. Потом маме покажем, что мы делали здесь, да? Сейчас скажу. 9:58. Да, без 2:10. Вот здесь, ребятки, мы тоже прошлись. Ребята, а сейчас мы пришли с другой стороны парка. Вот такие красивые фонтаны. Ой-ой-ой. Брызги капель. Я не знаю, попали на экран или нет, но на меня точно попали. Работают. Напротив как раз торговый центр «Белый лебедь». Он сейчас не работает. Ну, ничего. Сейчас пройдемся мы к «Царь Пушки». Вот ребята также высаживают цветы, поливают все. Ну такая она большая. Я представляю, как они там ядрами стреляли, как они их туда подавали. Жесть. Это, кстати, пушка стоит, либо она сделана в 2001 году, ну и ядра. Сейчас давайте сбоку посмотрим на нее еще. Впечатляет размерами. Так, ребята, ну мы сейчас с другой стороны теперь обойдем фонтан. И здесь также можно прийти и полюбоваться фотографиями, которые делают люди. Ну, кому интересно, можете прийти посмотреть. Красивые портреты нашего города. Вот, кстати, еще розы. Три штучки. И здесь фотографии. Короче, друзья, кому интересно, обязательно посетите эти места. Сейчас как раз весна, все расцвело, все зеленое, красивое. Ну что, ребятки, вот и подошел наш выпуск к концу. Я сегодня с вами прогулялся и показал вам паркованных фигур и его окрестности. Кому понравилось это видео, обязательно комментируйте. Если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами на канале был Виконста. Всем goodbye!